Как же они меня бесят! Да успокойся ты! Успокойся? Да я чехол от телефона еле отклеила! Но с телефоном же все нормально! И что мне теперь? Закрыть глаза на их выходки? Ну а что ты сделаешь? Ну что-то сделаю! Да, Склем, ты прикольно придумал! Это еще не все! На что способен, на гениальный мозг! Ну и лица у них, конечно, были! Если хочешь, могу еще раз показать! Я же видео снял! Давай! Ой-ой, опаздываю! Вот как ты можешь краситься? Обычно. Так, перестань! Виолетта, отдай! Ну как ты так спокойно можешь реагировать? Просто не обращай внимания, и все. Привет! Сап, ну ты и скажи что-то. Скажу, а что? Да она никак не может успокоиться из-за Киры и Саши. А, вот оно что. Я тут, кстати, подумал. Ты тоже хочешь им отомстить? Ну, отомстить сильно сказано. Так, чисто проучить. Делайте, что хотите, вот только без меня. Привет, лузеры. О, Сава, я смотрю, ты новые штаны купил. Ха-ха, как смешно. А вы что, обиделись? Я бы на вашем месте язычок бы придержала. Ты сначала телефон отклей от мой. Ну я сейчас. Всем доброе утро. Повезло тебе. Ой-ой-ой, боюсь. Сегодня у нас очень интересная тема. Отношения у подростков. А как же? Сава, на следующем уроке. Все лучше, чем история. О, а тема как раз вовремя. Ну может что-то полезное для себя узнаете. А может лучше тема 10 способов, как отмыть клей? Ну я тебе сейчас! Так, а ну, что же произошло? Да так, ничего такого. Да Виолетте просто внимания не хватает. Так, понятно все. Кира, Саша, тут посидите, а вы за мной идите. Да, идите еще поплачьтесь Олегу Леонидовичу. Ну, давайте, рассказывайте, что же между вами случилось? Ничего. Давайте, рассказывайте, вы же спокойно жить не можете. Ну, короче. Сава, мы не стукачи. Ой, Ева, короче, они приклеили мой телефон к столу. А меня к стулу. А у тебя что, Ева? Мне ноги к полу. Да, это классика. Даже мы так в школе делали. Ну, в смысле, другие ребята. Ну и теперь они над нами издеваются. Ладно, я вообще вам не должен такого говорить, но в случае с Сашей я вас понимаю. Вы это к чему? Ну, надо их немного проучить. О, это я понимаю. Ну как? Ведь Саша в этом деле мастер. Это будет тяжело сделать. Ну, надо что-то такое, чтобы он не ожидал. Например? Ты же не хотела. Ну, раз и Олег Леонидович в деле, то я тоже. Вы нам поможете? Ну, помочь я не могу, я все-таки учитель. Но что делать, я вам подскажу. Ну все, держитесь, Кира и Саша. Не знаю, правильно ли все это. Ну ты уже сама согласилась. Если все вместе, то все вместе. Но почему я не могу передумать? Потому что... А можно я сама буду решать, что мне делать? А можно? Ты будешь делать то, что тебе говорят. Ребят, да не ссорьтесь вы. Да он надоел уже. Вечно указывает, что мне делать. Ах, надоел уже? Да, надоел. Вечно указывает, что мне делать. Если я тебя не устраиваю, то найди себе нового парня. Ну так и найду. Ева, Сава, перестаньте уже. Вот и отлично. Значит, расстаемся. Значит, расстаемся. Ну и хорошо. Да тут попроще, чем в сериалах. Не хватает только попкорна. Ну ты чего? Из-за этого Сава расстроилась. Тебе-то что? Да так, просто спросил. Да, из-за него расстроилась. Но почему у меня парень не такой, как у всех? Потому что ты с Савой встречаешься. Я, может, тоже хочу себе нормального парня. Сильного, смелого, чтобы не обижал меня. Ну такого, как ты, например. Такого, как я, ты нигде не найдешь. Я такой у мамы один. Ну, ты же с Кирой встречаешься. Ну да. Понятно. Ев, ну ты идешь. Да, ладно, потом поговорим. Привет. Привет еще раз. Что нового? Да ничего. Понятно. Ты что-то хотел? Да так просто. Я тут с Евой расстался. Поздравляю, а мне что сделать? Ну, я подумал, может в кино сходим? Я вообще-то с Сашей встречаюсь, если ты забыл. Да не забыл, ну вот так вот.
вечно. Ну почему жизнь такая несправедливая? Да помиритесь вы еще. Да я не из-за этого. А из-за чего? Да из-за вас, Сашей. Всегда ему достается все самое лучшее. Красивые девушки. Ой, а красивые девушки, это ты меня имеешь в виду? Ну да, ну спасибо. Понимаешь, ты просто немного не вовремя вернулась в мою жизнь. В смысле? Ну у меня появилась Ева, и тут ты. А я смотрю, ты время не теряешь. А тебе какая разница? Вообще никакой. Может, вы уже прекратите? А я что? Я ничего. Пускай не трогает меня. Ой, да кому ты вообще нужен? Ой, да кому ты вообще нужна? Я смотрю, сериал продолжается. Да тут самое интересное началось. Сава, Кира, вы мне нужны, пойдемте поможете. Хорошо. Что он уже хочет? Виолетта, ты сходи, пожалуйста, возьми журнал ваш. А где он? Где-то в учительской. И что помочь надо? Вот, держите. Надо убрать упавшие листья. А кого-то другого вы не могли найти? Не, ну если вы не хотите, можем пойти на урок. У нас как раз сейчас очень интересная тема по истории. Нет, спасибо, я лучше тут. Вот и хорошо. Я приду, проверю. Саша, а что у вас с Кирой? Прям так все серьезно? Ну да, а что? Да так, спрашиваю, интересно. А что, прям серьезно-серьезно? Да что ты хочешь? Да так, я просто с Савой рассталась. Я знаю. Ну, я тебе вроде как и нравилась, да и ты мне тоже. Тоже? Ну да, ты даже лучше, чем этот хлюпик Савы. Тут согласен. Кира, я тут спросить хотел. Спрашивай. Не хочешь сегодня вечером в кино сходить? Ну, как бы нет. Почему? У меня парень есть. Кто? Саша? Нужен он тебе. А ты знаешь, что ему Ева нравится? Ева, не смеши меня. Ему такие, как она, не нравятся. Если хочешь, можем проверить. Я уверен, пока нас нет, они там уже мило общаются. Ой, я тебе не верю. Ну, как знаешь. Блин, пошли. Я бы не сказала, что у нас с Кирой все серьезно. Так, чисто. Ну так, может, ты меня пригласишь куда-нибудь? Конечно, приглашу. Ну и куда же? А куда ты хочешь? Ну, ты должен решить. Ты же меня приглашаешь. Может, в ресторан? Вот видишь, а я тебе о чем говорил. Да вижу я. Я вот только не знаю, как Кире это сказать. А что и говорить надо? Что мы в ресторан идем. А ты знаешь, что Кира бывшая Савы? И что ты ей понравился, потому что ты его близнец? Она об этом не говорила. Ну еще бы. Блин, запихнули его на самую высокую полку. А я его как должна достать? А хочешь, я тебе докажу. Ну давай. Пошли. Пошли. Только не говорите, что она к Саше подкатывает. А я тебе о чем говорила? Так что, сегодня вечером в ресторан? С удовольствием, но есть одна проблема. Какая? Ну ты же вроде как с Кирой еще встречаешься. Это не проблема. Сейчас поговорю с ней и все. Кира, нам надо поговорить. Согласна, поговорить надо. Короче, нам надо расстаться. Прям с языка снял. В каком смысле? В прямом смысле, я тоже хотела расстаться. Вот сейчас не понял. Да тебе не надо ничего понимать. Мы расстаемся и все. Ну вот и отлично, пошли, Сава. Пошли. Эй, я не понял, а ресторан? Какой ресторан? Успокойся. Сава! Да вы серьезно думали, что мы куда-то с вами пойдем? Не смешите меня. Ну что? Все сработало. Это было даже проще, чем мы думали. Так, а теперь объясните, что это все было? Ну, назовем это месть. Мы все это специально. Или вы думали, вы тут самые умные? Вы хотели подпортить жизнь нам? А мы подпортили.
нравится ли вам? Все честно. У вас ничего не получится. Уверен? Пошли, Кира. Никуда я с тобой не пойду. Почему? Ты же слышала, что они это все подстроили. А ты сильно не думал? Сразу за Евой побежал. Ой, типа ты по-другому сделала. Да мне как-то вообще все равно. Все, пока. Ждите, это еще не конец. Кажется, сладкая жизнь нас ждет. Ты видела его глаза? Мне прям не по себе. И зачем мы все это начали? Ну как, все получилось? Оно-то получилось, но не так, как мы хотели. И зачем мы вас послушали? Да ладно, что уже делать? Готовимся к войне.